Вот, вот товару, пожалуйста. Это вот товары иду. У меня вот ребята сидят. Чё? Они наваять помогут. Купил новые каблуки, вот на каблуках. Она в говно вляпала. Сюда какие-то подъемы вот. Таксуйте здесь, потому что это наша точка. Вы такой веселый человек, у вас улыбка прям светится. Где травы купить? Как не выйдем, как говно вляп, я постоянно. Все, пацаны, такси? Да. А, давайте, багажник, да? Куда едете? До вокзала. Что, в Анапу, если я не поеду в Анапу? Нет, куда? А, да, пристегивай мисок, потому что это машинка новая, 2007 года, недавно купил его. Снова. Давайте, покажите, куда ехать, если я целый день работаю. Да, сейчас. А, серьезно? Ну да, я первый раз просто. Да. Первый день. Да я с кладовки приехал в деревню, там сейчас с колхоза уволили меня. Еду, то я сломал в этом тракторе, гады. Он говорит, 32 тысячи, 52 тебе его стоит. Нахер он мне нужен? И монтировать его. Блин, куда надо? Не, ну ты покажи, да я поеду. Слушайте, пацаны, и еще кого цвета, просьба у вас есть. Сейчас таксисты будут. Гады, они постоянно таксуют. Нахера они немножко сейчас подъедем, скажем всем вместе, что типа пошли нахер отсюда, это моя точка, пожалуйста. Я один их боюсь, я всегда обрезаю их. А так мы все вместе будем. Хорошо? Да, покажи, куда ехать. Не, покажи по карте, куда ехать. Не верю. Что, вообще, как настроение у вас? А что, отдыхаешь здесь? О, автостанция, смотри, где мы сейчас будем ехать, ты пальцем веди, чтоб как, ну, понял? И куда мы приедем, вот. Давай, чтоб, ну, я знал, куда ехать. Колосе, пацаны, сейчас увидите таксистов, сразу говорите, вот, где остановиться, потому что это, сейчас мы наваяем, у меня просто со зрением, ну, не очень хорошо, вот, минус 15, поэтому... Мы сильно так быстро не будем ехать. Яму еще тут. А ты что, таксуешь? Ты таксуешь? Ты не таксуй тут, просто мы тут таксуем. Вот ребята сидят, вон, посмотри. Таксуй этот. Ты скажи ему, нормально, он не таксовалось. Не таксуй больше здесь. Поедем? Вот. Вот, что это, таксует он? Это газель, блядь. Объемы какие-то. Сюда какие-то подъемы у вас? Вы таксуете здесь? Вы не таксуете здесь, потому что это наша точка. Смотрите. Я тебе говорю, поезжают, приезжают, тут устраиваются в такси, таксуют везде кого-то. Нахер оно мне надо? Сейчас разгоним всех, пока вы со мной, ребятки. Это сами как бы, ну, очкую вот. Совы, сейчас на станцию куда потом? В Анапу. А что вы в Анапе будете делать? Ночевать. А, вы просто по моям? Ни хрена себе, богатые пацаны, походу. Что, мне баба подкиньте на майну наедет не везде. Вот, что вот музык здесь делает? Вот что он делает? А что вы здесь делаете, мужчина? Вы что, с собакой гуляете? Да, что? Только если покакать, пакетик заберите, пожалуйста, потом, ладно? Потому что Зинка выходит, я ей купил новые каблуки, вот на каблуках она в говно вляпалась, говорит, новые покупай, охрена ей, 1500 заново. Убьете какаски потом? Ладно? Все, я на вас надеюсь. Не, ну реально, как не выйдем, как говно, я постоянно колоси. Так что, куда сейчас, направо, налево? Ну так ты же смотри, куда ехать, а я вообще не знаю, куда ехать, с первого раза здесь. В деревне приехал. А вы знаете, деревня Холодовка? Че где? Я с Холодовки говорю, из деревни. Что-то я не слышал. Нет, где-то... Нет, здесь... Ты слышал... Бедосия. Нет, здесь этот... как его называют? Мэл построился, там детский сад. Вот здесь, наверное, объявляет, ты, наверное, я слышал это, вот. Слушайте, а что у меня с бабами не клеится, короче, вот? Постоянно, короче, то плафиинцы-то мне попадется, я проснул через 5 дней, короче, это... Ни хена, короче, это... Что, закадим бабу, друзья, на подъеда? Давай. Сейчас еду посмазаем все вместе. О, девушки красивые, да? Добрый день, девчонки. Что это? А как этот? Где здесь ресторан хороший, вина попить? Не знаю, мы не местные. Спасибо, как с нами поехать. Может, с нами поедем в Анапу? Девчонки, поехали в Анапу. Что они мне пишут? От меня все молозятся постоянно, бесит меня это. Ни хрена не получается у меня. Что вот музык делает здесь? Здоровый, к нему не будем останавливаться. Все равно ваять мозг, да? Что он идет по своей дороге? Почему вы идете по своей дороге? Вот скажите. Я
Нет, я заеду пациенту дороги, вы прям на меня идете. А если бы я на вас наехал, что я потом виноватый бы был? Конечно. Вы зайдите по тротуару, пожалуйста. Я по тротуару иду. Ну то вы идите спокойно. Ну, конечно. Нет, у меня вот ребята сидят. И че? Они наваять вам могут. А вообще обалдел, да? О, сигаретка есть? Сигаретка есть? Курю. А, бухнуть. Курнуть? Стакан найдет. Но ведь есть стакан? Найдем. Будете бухать? Погнали. Будешь? Будешь. Наей ему, пожалуйста, он очень хочет выпить. Прям, ну, с собой. Прям в рот, в рот. Да не, ладно, не хочу. Горла только сам. Ну все, поехали. Давайте стакан в банку. Банку пусть тебе найдет этого дела. Ты что, на тете едешь? Ты смотри, мне еду сломаешь, будешь платить потом. Так, ладно, ребят, сейчас мы короче приедем с вами, вот. Почти приехали уже. Сколько денег мне получается за 3 человека? 3 посадки по 250 рублей, плюс на сиденье ты сидел. Еще 150 рублей. Сумки. А, еще 3 сумки у вас? Ни хрена себе. На сколько вы приехали? Вы такой веселый человек. Вы такой веселый человек, у вас улыбка прям светится. Где травы купить? Я сам такой. Мне директор вечно ругается. Ты что, сука, улыбаешься? Да, пусть я его сдалека увидел. Ладно, не, ну если свой этот, я на связи. Сразу видно, веселый человек, да? Да. Приехали. Станция, выходим. Что-то, походу, мы не сюда. Добрый день. А где чати купить? Пацаны уезжают вон в Анапу. Кого купить? Тятю. А что это такое? Ну, это синенького-то дешевая, такая, от которой голова боит потом. Не знаю, в магазине. Будете тятю брать? Сейчас я вас привезу в одну деревню, там недолго. Давайте быстро мотнемся, 35 километров. Так, а что не закрывается окно? Сломал, что ли? Ну, налево, направо, говори быстрее по карте. Прямо. Налево, наверное, налево. Ну, говори, у тебя за карты, ты что? Прямо. Нет, ну, налево, куда? Налево. Точно налево? Нет. Не вижу. Едет машина или нет? Сюда машина. Едет машина? Едет. Едет. Стоит. Что, ехать или стоять? Ну говори быстрее. Да мне вообще пулю. Хочешь, постою. А что вы в сумках-то наворовали? Бойцы, сумки такие у вас. Я думаю, тут важно покурить выйти пока. Пока едет машина? Пока машина едет. Малометраска, гадин, 0,8 придурок мотор у него. Надо его Матис. О! Нихера себе! Вот это мастя 1.3, да? Еще турбина похожа. Так, ребятки, со, я, наверное, так подумал, этот вот. Что мы, наверное, чачу не будем брать, потому что в последний раз я пил хреново, так было мне. Возьмите вискарика. Сейчас посидим спокойно на постели. Так и я поем, выпью, короче, потому что давно уже не отдыхал. Вот. И вам хорошо будет запомнить последний вечер. Вот, бабы есть, в принципе, в деревне у нас, на Дайалке, на Майне. Ты какой размер груди любишь? Третий. Третий? На Майне, там у нас есть. Будет? Там Зинка есть, ты что? Это корова? Не, ну она такая, она Дайалка, коров дует, конечно. Она баба позонная. Ты смотри, ты что-то так мне не сказал, она тебя хлопнет, и голова выйдет из попы потом. Так, ну что это? Что это? Кто это едет? Ого. Что они хотят? Нарываются, да? Все нормально? Таксуете? Таксуете? Не таксуйте, тут наша территория. Вот так. Офигенно, видишь, какой? Взгляд какой у него, нихрена себе. Деловой перец. Ты со. А то хотят таксовать на моем месте здесь. Так, ну что мы и сами, ребятки. Тут налево, походу. Направо. А, или налево. Не, направо. Не, я тут уже два раза ездил, вот, я уже более-менее знаю дорогу. А что вы это? Ну рассказывайте, что по бабам было у вас. Все было отлично. Нормально? Ну это довольный такой, да? Отъелся здесь, да? А где жили вы? В пансионате? Нет, там. Санаторий. Санаторий? Да. На всем готовим там? Конечно. Хорошо. Я вызнаю. Шестизвездочный. Почтовик называется? Угу. Так а этот, что, денег на резину не подкинете мне?
Можем резину подкинуть. Ну, подкинуть. 50%. Я знаю, для кого цвета там тачка стоит нормальная. Можно снять резину, помолвить, на сухие постоите. Ну, можно ночью. Ну, ты на сухие постоишь, ты будешь откручивать, а ты перенесешь мне. Да. Я просто поеду и все потом. Без проблем. Так, девушка, девушка. Смотри, сейчас посмотри на меня. Видал, ты такой красивый? Вот, ребята, едут на автостанцию, уезжают уже из города, валят. А ехав на Валаи, сейчас я как везу потихонечку. Пошел, едем уже? Спасибо. Что, тачку продаете? Не? Тачку вы продаете? Не к нам. Вставайте рядом, может кто-то подъедет сейчас, да и купите. Да? Не, нам надо просто тачку, вот у ребят деньги есть, вот. Можем посмотреть. Не битая? Главное, что деньги есть. Нормальная тачка. Не, если бы его купил, бы Дэл мне нравится. Так, все, почти переехали. Вот, бабки есть у вас точно? Ну, у нас карты, да? Если у нас есть. У меня карта тоже есть. Не, у меня высокая карта. У нас в деревне банкоматов-то никогда в жизни не было. Нам председатель этот, Зенси, находит почту, приносит деньги, вот, и нам так разносит сюда. Что, с бабами этот, оставьте номерочек, у вас за бабы были здесь? Есть один номерочек. Ты хочешь по второму кругу пройти? Добрый день. Мы туда едем. А тут нельзя поворачивать. Вот там, а только аккуратно поворот не включите, когда поворачиваете. Вот, все. Полтанем? Нет, женщина веселая, да? Ну тут сейчас таксисты будут колоть его. Сейчас нормально, только смотри нормально на него взглядом, типа, он испугался. Не смеемся, да? Да, не смейтесь. Я сейчас же что вы таксуете? Да. Да? Не, просто тут ребята вот. Они будут таксовать, теперь это их место. Они сегодня вечером приедут на Дэлу. Вот. Так что если сон, ну чтоб нормально все было. Все. Смотрите. Больше здесь не стойте. Видишь, я один не могу, они, короче, наваяют мне сразу. Так, ну все, ребятки, все, пока тебе посмотрели, скоро мы приедем там. И в чем убили. Ёпи, у тебя так красивая брюнетка какая. Это не стоит деревня? Девчонки! А как поехать в Макдональдс? Не, подожди! Ну ты куда? Свалила так быстро вообще. Видишь, меня сразу кидают. Ой, сюда точно ехать, да? Ну ты говоришь, что ты смеешься, я смею, ты все покурил? Что-то с ним не так, да? Вот так проснулся. Что, хватил тебя? Нет. У тебя глаза классные. Да ладно. Не выспался? Ого. Таксист. Походите быстрее! И бензину-то поить еще из-за пешеходов. Как вам судак понравился? А что вы тут делаете до дела? Вы сюда не просто так приезжаете. Что-то у вас темные диски здесь какие-то, наверное. На Тавриду раньше ездили. А, вы там работаете? Нет, участник. Убей колымагу свою! На Загуи ездит, я тоже на копейки ездил. Поднялся сейчас? Да, сейчас нормально кредитов набрался на бабу. Что, точно просто здесь? Да. Сколько денег вы мне даете? А сколько надо? Сколько надо? Ну хотя бы 1200. Ты такой веселый человек. 1200. Ну поехали до Анапы тогда. Сколько не зал. Ты такой тоже веселый, ласковый, классный, да? Че там, у тебя наличка? А может за резиновый еще? Сколько надо? 300 рублей, да, стоит? С одного человека плюс две сумки, три сумки, получается 1800. Мы за да тебя... ладно, ребят, мы шучу, за... я розыгрыш, это все просто вот так вот дает без денег. Да ладно? Да я знаю. А откуда ты меня знаешь? Смотрел.
Красавчик. Не получилось. Меня уже второй раз меня сегодня выкупают. Спасибо. Ладно, добавлю вас на Сахар ТВ, смотрите. Видишь, он не выкупил, он бы одного его. Ну что, ребятки, видите, нас узнают, пранковать становится уже сложнее, но я сейчас еду на новый заказ. Кстати, если вам нужно такси в Судаке, плюс 7 978 080 08 88, и возможно я приеду к вам на заказ.